Ну а час назад появились первые итоги голосования за проекты комфортной городской среды в Якутске. По данным счетной комиссии, в голосовании приняли участие 37 759 человек. Больше всего голосов, 19 107, горожане отдали за проект «Ворота Якутска». Он предусматривает создание площади в районе городского аэропорта. Его украсит арт-объект в форме якутского острога, выполненный из латунных трубок. Полные итоги вы можете видеть на своих экранах.